Заклинил вертикальный шнек. Не могу достать. Он не полностью зашел, где-то 5 сантиметров не зашел до конца. И заклинил сейчас очень серьезно, уже второй день не могу достать. А как история всего этого происходящего? Поначалу этот шнек легко было вставить и легко было достать. Но с каждым разом, после одного прогона, может, часа два, каждый раз все тяжелее и тяжелее его было доставать. И прошлый раз мы где-то часа два работали, и его уже достать было настолько сложно, я его, наверное, час или три часа доставал, пытался выдернуть. В этот раз я просто попробовал его вставить, посмотреть, где какая проблема. Первый раз я вставил с этой воронкой, но вижу, что он плохо вставляется, я достал, и сейчас я снял воронку. Пытался посмотреть, и где там есть какие-то зазубрины или заусеницы, подточить, зашлифовать, посадить на масло. Сейчас там, ну, с этим сливочным маслом, топленое сливочное масло, но я его вот попробовал без воронки засадить и посмотреть, что происходит, посмотреть, где оно клинит. Но после моих экспериментов он заклинил окончательно. Если есть какие-то идеи, из-за чего это происходит, пожалуйста, подскажите. Еще я заметил, что ось немного искривлена. Вот в другом видео посмотрите, что ось немного вращается. Может, это не важно, оно на самом деле нигде не цепляет. Но такое впечатление, что в процессе работы он искривляется каждый раз все больше и больше. Каждый раз его было тяжелее доставать. И вот сейчас он заклинил уже. Ну, серьезно. Просьба подсказать, если хотя бы как его достать и какие идеи, потому что там ничего сложного нету, я понимаю, что там просто ось вставляется, и она зашла там всего, может, на сколько, на 3-4 сантиметра. Но заклинило капитально. Спасибо за помощь.